Отвар из семян льна. Худеем с пользой. О пользе льняного семени для похудения говорят очень часто. Измельченные семена советуют употреблять с кефиром, компотом, добавлять в творожные десерты, выпечку и суп. Рецептов с семенами льна в интернете сотни, и это оправдано, потому что так каждый имеет шанс худеть, радуя себя разнообразными вкусными блюдами. В чем польза этого средства? Похудение продвигается постепенно, без сбоев в системах организма. Немалое количество клетчатки, слизи, полезных жиров, кислот, прочих важных компонентов способствует быстрому насыщению. Благодаря этому объем желудка при регулярном приеме уменьшается, пищеварительный процесс налаживается, поводов для бесконтрольного поедания пищи становится меньше. Отвар обеспечивает то же действие, что и измельченное семя. Ингредиенты. Семена льна целые, 1 чайная ложка. Кипяток 250 мл. Способ приготовления. Семена насыпать в кастрюльку, залить, поставить на несильный огонь, довести до кипения, варить 30 минут. Приготовленный отвар поделить надвое и выпить за 30 минут до еды. В день употреблять 4 раза, а значит варить нужно 2. Впрок делать не рекомендуется. Высока вероятность испортить вкус и минимизировать полезные свойства. Эффект. Избавление от шлаков, регуляция пищеварительного процесса, борьба с запорами, обволакивающее действие и блокирование всасывания жиров, профилактика заболеваний, включая онкологические, и укрепление иммунитета. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.